Всем привет. А Чип и Дейл спешат на море. Ну, вечереет, вот только мы с Михаилом только приехали. Думаю, успею еще на закатик немножечко вам показать. Так. Красивенько же все-таки. Смотрите, как отсюда войдешь, смотришь на эту красоту, на эту небо. Все чистое, яркое. Вспоминаются те времена, когда мы с вами провожали закаты. Может быть, и будет такое, что восстановим их. Или просто буду опять снимать. Решим, посмотрим. Может быть, скоро так получится, что как раз эфир будет совпадать с закатом. Лишь бы сигнал бы был бы классный. А картинка радует нас. Блин, тут я пожалел, что не взял с собой коптер, он уже наверняка зарядился. Выключил звук из-за этого музыкального сопровождения. О, эти ребята, походу, целый день здесь сидят. И собачка рядом с ними. Для вас. Смотрите. Ветерок, конечно, дует, и море классное. Кстати, уже чистое, я так думаю, что завтра мы можем даже, если все нормально будет, еще и понырять. Такая красота у нас на пляже. Ну, они еще купаются, кстати. Ну, может быть, так, ну, женщины купаются. Там еще мужчина с ребенком. Есть, присутствует такой легенький ветерок такой. Выходить, может быть, будет не очень приятно, но если я села с собой пала, а кинчик-то очень так нормально будет. На пляже вон собачки. Что-то там себе причинное место тешит. И народ еще какие-то. Кучкуются, кто-то приходит фотографироваться на вечер, к закату, точнее, на ночь глядя. Вот, ветерок, наверное, для Жика сильный, но картинка красивая, заставка самая настоящая, особенно если приблизить. А? Сейчас залезу наверх, покажу вам, сколько народу сейчас на пляже. Итак, я наверху. Вид отсюда еще обворожительный. Ну и пляж вам покажу. Вот что творится вечером. Конечно, в основном сейчас силуэты. Но люди есть. Конечно, многие пришли просто пофотографироваться, полюбоваться закатом, а кто-то еще купается и плавает. Ничего, завтра выйдет солнышко, и мы с вами тоже скупаемся. Может, с утреца, может, в обед. Или полетаем. Уж больно мне понравилось летать. Вот-вот у солнышка уйдет за горизонт. А я побегу домой выкладывать вам этот ролик. Маленький такой, коротенький. Но сладко искал. Ой, там такие малыши идут вообще в футболках.
Ну, в общем, как бы вот так, товарищи. Санта-Мария, похоже, или это нет, не Санта-Мария, это какое-то другое судно прогулочное. Все равно еще выходит, катамараны на рыбалке водят, возят людей. В общем, жизнь продолжается в Лазаревском. Как бы вот так. Люди купаются. Причем мужики стоят на берегу и фотографируют, а женщины купаются. Ну, правильно. Нам надо себя беречь. Вот. Немножечко покажу вам улицу Колораж отсюда. Ну, даже посредники на мотороллерах приезжают сюда по-прежнему. Мелкий он гуляет. Голышом практически. Как бы вот так, ребятки. Вот такая ситуация в Лазаревске на сей момент, вот прямо здесь и сейчас. Буквально, ну, через несколько, конечно, выкладывать это видео на ваше обозрение. А сейчас всем пока.